В эти дни в Печенском районе отмечают 76-ю годовщину Петсамо-Киркенесской операции. Жители поселка Раикоски не остались в стороне. К памятной дате они завершили ремонт тропы, ведущей к братскому захоронению советских военнопленных. В годы войны здесь находилось отделение финского лагеря Каласьоки для советских военнопленных. 13 его заключенных обрели вечный покой в этой земле. Имена 12 из них известны. В свое время к братской могиле проложили деревянные мостки, но со временем доски прогнили, потребовали замены. Ходить по тропе стало небезопасно. Состояние было крайне неудовлетворительное и даже местами опасное. Вот. Гнилые доски, гнилые опоры. Заболоченные места, поэтому тропа уходила весной под воду. Со стройматериалами помогла Кольская ГМК, а привести в порядок тропу взялись волонтеры, прихожане местного храма. Мы живем в Раковске. Поселок этот находится в 25 километрах от этого места, где сделано захоронение. И тропа-то это нужна. Это как соединение между прошлым и настоящим. Работы начались летом минувшего года. Дорожку расчистили от рассохшихся кустов. Из ручьев извлекли металлический мусор. Через водные преграды перекинули мостки. Их строили с запасом. Спокойной осенью, весной речушки здесь превращаются в бушующие потоки. На низких участках тропу старались поднять повыше. Учли опыт прошлой очень снежной зимы. Илья Комлев, Анастасия Семенова, ТВ-21+.